Сегодня, друзья, днем непременно включайте телеканал НТВ, чтобы увидеть Диану Анкудинову вновь. Однажды светило науки Александру Гинзбургу 70. Не только самое время жить, но и самое время работать оказалось. Неугомонный Сергей Кемпо. Да, меня выгоняли из школы, не хотели брать обратно. И супердевочка Диана Анкудинова. Я учусь говорить, как бы. Для артиста это очень важно, уметь хорошо излагать свои мысли. Однажды в субботу в 13:05 на НТВ. Как вы уже поняли, друзья, в сегодняшнем выпуске передачи «Однажды» мы увидим беседу ведущего этой программы Сергея Майорова с Дианой Анкудиновой. Кстати, ее весьма хорошо представили, на мой взгляд. Также в эту программу войдет интервью с микробиологом Академии РАН Александром Гинзбургом и актером театра и кино Сергеем Кемпо. Очень интересно будет посмотреть новое интервью Дианы. Судя по этим кадрам, будет действительно потрясающе. И очень радует, что телеканал НТВ продолжает приглашать Диану. И это прекрасно. Мы вновь увидим ее в эфире. Ну а если вам была полезна эта информация, непременно подписывайтесь на канал Гуринов Лайф. Я же, в свою очередь, обещаю радовать вас интересными новостями из мира современной музыки, а также яркими реакциями на эту современную музыку. Всем хороших выходных и замечательного настроения. Спасибо, что были со мной.